Лестница первого этажа здания обрушилась несколько дней назад, полностью перекрыв доступ к теплоузлу. Теперь отремонтировать его можно, если только полностью проводить реконструкцию здания. Теплоузел, который находится в этом здании дореволюционной постройки, питает соседние три дома. Чтобы люди не остались без отопления, управляющая компания и подрядная организация оперативно приступили к работам. Принято решение переключить три дома на ближайший теплоузел. Для этого сейчас во дворе прокладывают новую трассу. Сейчас выставлены стойки, то есть прокопана траншея, и буквально с завтрашнего дня начнется прокладка теплосети. Мощности этого оборудования на 6 домов хватит, заверяют специалисты. Жильцам волноваться не о чем. Нашим предприятием была просмотрена схема, были произведены расчеты, здесь были поменены задвижки, и у нас таких опасений нет. Полностью завершить работы планируют до конца недели. После этого проведут опрессовку. В ведении управляющей компании «Жилсервис» 907 многоквартирных домов в Самарском районе. 94% зданий уже прошли испытания. К подаче горячей воды батареи готовы. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.